Студенческая весна в Чувашском государственном университете имени Ульянова в самом разгаре. Команда факультетов старается удивить зрителей оригинальной драматургией представлений. Студенты факультета русской, чувашской филологии и журналистики показали историю о первом. Визитка с названием «Первый» уже предполагает, что речь пойдет о космосе, Вселенной. Действительно, концерт был посвящен 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина и годовщины первого полета человека в космос. Но фантазия журналистов и филологов пошла дальше. Во Вселенной столько звезд и планет, почему бы не рассказать о человеке, собравшемся полететь на Марс? Он и решил показать инопланетянам, чем богата наша планета Земля. Подтверждение этому – грациозное дефиле театра мод «Достояние». В каждом образе глубокий смысл. Мода – существо изменчивое. А вот искусство и культура, художественные и духовные ценности – они не подвластны времени. Студенты представили практически все жанры искусства. Театр, где актеры буквально сгорают на сцене во имя творчества. Изобразительное искусство с шедеврами Ван Гога, подсолнухи. Что не образ, то новое прочтение, в общем-то, уже известного. Литература и архитектура, танцы и музыка. На протяжении всей истории они вдохновляют человека, раскрывают его таланты, его душу. Финал истории о первом остался открытым. Студенты еще поразмышляют над тем, что важнее в этой жизни. Чувства или долг, любовь или полет в неизведанные.